В Европе после президентских выборов в США задаются вопросом, что будет дальше с войной, полыхающей в Старом Свете. Победа республиканца Дональда Трампа бросила тень неопределенности на будущее Украины. Еще во время предвыборной кампании Трамп объявил, что в случае успеха он прекратит войну в Украине в течение 24 часов. Эксперты сомневаются, что это обернется в пользу Киева. Мистер Трамп has signaled his willingness and his capacity to secure a super quick peace deal, which could very well imply that Kiev would be forced to concede to Russian demands that it certainly doesn't want to end the war. В коридорах Европейского парламента не все смотрят на сложившуюся ситуацию одинаково. Антонио Танжер-Корея, представитель ультраправой группы «Патриоты за Европу» в законодательном органе ЕС. Депутат надеется, что конец войны в Украине близок. Вместе с тем он подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности Европы. I hope you'll stop the war in Ukraine and that everybody likes a solution, number one. And we are not involved in that, as you know, we support Ukraine, but we're not directly involved in that. That's one thing. The other thing is Europe must invest in defense. In defense industries, and because you don't have to make a war to have a defense. You prevent wars having a good defense. С Трампом в повестку дня возвращается принцип «Америка прежде всего», политика протекционизма и изоляционизма. Социал-демократ Элио Ди Рупо призывает Старый континент разработать собственную политику в таких областях, как энергетика, безопасность и оборона. Il n'y a pas eu cette volonté déterminée d'être à la pointe en termes de technologies nouvelles, d'être à la pointe en termes de défense, en termes de sécurité propre de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants pour notre sécurité des États-Unis au sein de l'OTAN. On doit avoir nos propres capacités en amis. Nous sommes les amis des États-Unis, mais moi, je ne veux pas être le caniche. Для одних победа Трампа в США стала горькой пилюлей. Другие в Брюсселе надеются, что приход к власти республиканца подтолкнет Европу к тому, чтобы она наконец добилась стратегической независимости в вопросах обороны и безопасности.